Еще одного российского военного, который причастен к убийствам мирных жителей в Буче, задержала Служба безопасности Украины. Он попал в плен на Херсонском направлении. Следователи установили, что оккупант в марте был со своим подразделением в Бучанском районе Киевской области. Он расстрелял из автомата гражданский автомобиль. Водитель погиб. Чтобы скрыть преступление, россиянин закопал тело убитого в лесу. Кроме того, во время расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения российской армии. В сентябре злоумышленник был задержан украинскими военными во время боевого столкновения на Херсонском направлении. Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий доказали причастность задержанного к совершенному преступлению и получили информацию о местонахождении погибшего. Установлено, что убийцей является контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил Российской Федерации. Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого российского подразделения. Среди собранных материалов – факты вражеских обстрелов по жилым домам, грабежи и убийства.